Здравствуйте! Сегодня в студии «Фонтанки Офис» особый гость, новый, можно сказать, свежий вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов. Константин Николаевич, здравствуйте! Добрый день! А допрос сегодня проведет Евгений Вышенков, а я здесь просто посижу и буду записывать очки. Хорошо, тогда как секретарь первый вопрос. Константин Николаевич, вы руководили одним районом, не самым простым, не самым легким, скажем так, а сейчас у вас получается... Любимым. А сейчас у вас получается 18 любимых. 18 любимых. 18 любимых. Какая функция у вице-губернатора-то? Скажи, мать. Перечислить функционал. Нет, первое. Почему он за 18 отвечает? Потому что одно из полномочий теперь, да, у кураторства района Константина Николаевича, это проведение государственной политики Санкт-Петербурга на территории районов Санкт-Петербурга. Доклад окончен. А это первое по значимости будет? Я думаю, это основная и да? По объему работы, и по значимости это основное направление. Тогда так. Перейдем на спорт. Спортсмен поднимает 100 килограмм. Штангу я в спортзале видел. Дальше тренер ему добавляет 5 килограммов, потом еще 5 килограммов, потом через полгода он доходит до 150 и растет, растет, растет. А в спорте так не бывает. 100, а потом тонна, ну и все. И все закончилось на этой тонне. А у вас получается такой скачок? Я тренировался, и Георгий Сергеевич наблюдал за моими тренировками и, видимо, посчитал, что этот вес я подниму. Это значит, вы знали заранее. Я не знал заранее, но я честно тренировался и морально, и физически, фактически 3 раза в неделю тренировки это всегда вместо обеда проходили. То есть собирали всех еще 17 глав. Не, это тренировки тела, потому что тело и душа должны быть воедино, и тело не должно все-таки мешать душе стремиться. Из 17 глав других районов. Со сколькими главами вы, когда были главой Невского, были на «ты»? У нас очень много мероприятий и неформальных мероприятий, где главы встречаются, поэтому со всеми главами мы на «ты». И я надеюсь, что мы эту традицию не то что будем поддерживать, но будем усиливать. То есть сейчас не будет такой истории, когда только что говорил там... Костя, привет, слушай, такая история, да, вот смотри, там, ну там глава там какого-то района звонит, а тут как бы раз уже, какой тебе... Разрешите обратиться. Какой тебе Костя? Нет, такого не будет, есть обычная субординация, она всегда выдерживалась и раньше, и сейчас будет выдерживаться, но то, что мы будем собираться, и спасибо Георгию Сергеевичу, мы буквально параллельно, видимо, он думал, то есть о своем, но главы его тоже просили создать координационное совещание глав напрямую, которое будет замыкаться на губернатора, и мы вот параллельно с моим назначением такое совещание создали, и сегодня главы могут общаться напрямую с губернатором, говорить о своих болевых вопросах. Первое совещание мы провели, договорились, что где-то раз в 2 месяца мы обязательно будем собираться, и главы будут готовить те вопросы, которые их интересуют. Что самое главное вы им сказали? Что нужно? У каждого главы района 5 листов обязанностей. Да? Что первый пункт какой? Первый пункт — это и когда меня назначали главой Невского района, когда я собрал администрацию Невского района, так и главам я сказал, что это основное, можно где-то не справиться с задачами, можно что-то недоработать, что-то отложить, но вот хамство и недоброе отношение к людям, которые приходят за помощью, вот здесь этого допускать нельзя. То есть, ну, мне трудно представить, чтобы глава района... Чтобы он тебе нахамил, ты должен до него еще дойти. Ты должен дойти, как бы, да. То есть мне трудно представить, что глава района хамит, да. Это И это первое. Второе, трудно себе представить, что глава района скажет секретарю и вахтеру внизу: если заходят, пусть идут. Ну и что мы с ним тогда будем требовать? То вот он и будет то с Женей Вышенковым разговаривать, то с бабушкой. Основная задача, и передо мной она поставлена, Георгия Сергеевича, мы с главами говорили здесь, чтобы не люди доходили, это тоже должно быть, и приемы у глав есть население, они должны принимать это в должностных инструкциях, но самое главное, чтобы главы доходили до людей, потому что особенно те спорные вопросы, те вопросы, которые вызывают нарекания наших жителей. Вот здесь глава должен быть в гуще событий, и он не может сидеть в кабинете и придумывать что-то, не общаясь с людьми. Тогда можно закрепить некий показатель. Идет глава района, неважно какого, по своей улице, неважно по какому делу. Навстречу ему люди, туда-сюда. И я говорю: ой, Венера, смотри, глава района идет. То есть как бы я его узнал. Это показатель? Да, это один из основных показателей. И глава должен не просто ходить, он должен и здороваться, и встречаться. И это происходит действительно часто. Вы когда по Невскому району там ездили и так далее, вы как бы, ну, понятно, что из директора предприятий, школ и так далее, и так далее. А вот просто там заходите куда-то, не знаю, там, в магазин, да, и вот там продавщица или кто-нибудь там. Так, вот попа. Я в Невском районе с 90-го года, депутатом районного совета был избран в 90-м году, и вся вот с 90-го года, и действительно за это время очень много и знакомых, и друзей, и в первую очередь, конечно, наши ветеранские все организации, и сейчас, и раньше, да, действительно так и происходило. Ну, можно один такой анекдотичный случай был, когда в душе после бассейна завода «Звезда» я мылся, намыленная голова, тогда еще волос было побольше, молодой депутат, и я мылюсь, мне говорят: о, наш депутат. Ну, и я думаю, как же вот меня узнали, когда голова намылена после бассейна. То есть, но ситуация такая в жизни была, и я думаю, это... Тоже какой такой есть. Милого узнаю по походке. Поэтому, я думаю, главу должны узнавать. Главу должны узнавать даже голым с намыленной головой. Вот так вот. Я думаю, что да. Все, в любом виде. Все, зафиксировали. А можно личный вопрос? Любой. А вы в Невском районе живете? Да, Народная улица, дом 5. Квартиру только не называйте, а то кто-нибудь придет в гости, а мы виноваты. Квартиру соседи знают. Сосед дай мыло. Часть полномочий вам передана от другого руководителя, который продолжает работу в Смольном. Почему так произошло? Действительно, сегодня ситуация у нас и 26 апреля показала, что она не очень простая. И здесь полномочия между мной и Александром Николаевичем Говоруновым поделили. Александр Николаевич как занимался, и его усиленные вопросы с безопасностью, особенно после того, что был теракт у нас, и после того, опять же, в Невском районе, когда мы обезвреживали взрывное устройство, и приходилось тоже работать с людьми. А мне вот вся составляющая, чтобы действительно вся ситуация была в городе подконтрольна. Но всегда со стороны, да, кажется следующим. Кто-то что-то не справился, мы передаем вам, Георгий Сергеевич, когда вас вызвал и нарезал задачи. И в том числе новые задачи 18 районов. Какой разговор там? Он должен объяснить так и так, потому что. Вот это потому что почему. Георгий Сергеевич и при назначении меня главой, и в данный вопрос он сказал, что ты выходишь и делаешь работу. То есть как в армии время пошло. было пожестче, чем в армии, поэтому время пошло, оно, я еще не был назначен, но я уже отвечал и за 29 апреля, за митинги, и за демонстрацию 1 мая, и назначен вице-губернатором я был только после согласования с законодательным собранием, которое прошло 3 мая. Понял. Но ответственность уже была. Понял. Хорошо, у вас там... Ваши полномочия сейчас входят, кроме того, что мы уже упомянули, и молодежной политики, взаимоотношения с общественными организациями, выстраивание отношений с федеральными органами власти, работа по Республике Крым. Но там все как бы понятно, Крым и так наш. Но есть еще один пункт, который, на наш взгляд, для Петербурга самая такая болезненная пята и очень такое нервное место. Это связано с координацией и контролем ГАТИ и гостехнадзора. То есть это строительство, строительные, земляные работы. То, что наши дорогие застройщики любят делать летом, в выходной день. Желательно, чтобы еще был праздник, и никого из взрослых в районной администрации не было дома. Был бы только один какой-нибудь депутат, который бы бегал по стройке и не мог ничего сделать, потому что работы идут. Вот вы уже как-то разбирались с этим пунктом своих обязанностей? Я как раз подхожу к этому пункту, и здесь будет подход такой же, как и ко всем остальным вопросам. Основная задача — это учитывать при всех работах, при всем это мнение жителей. То есть мнение жителей сегодня оно по многим моментам будет приоритетно. И это вот касалось даже последних событий Восточной Хорды, когда принималось решение, как она пойдет, и когда жители Невского района вышли и стали говорить, что они не хотят, чтобы рядом с домом проходило, действительно поменяли проект, учли мнение жителей, и когда люди начали обращаться, я сказал, что все мнения будут при окончательном принятии решения будут учтены. Так оно и случилось, и здесь мои помощники нашли мою старинную листовку, когда я избирался еще в первый созыв законодательного собрания, и там было выделено... фраза, она основная в листовке: главное не обмануть. Вот я сегодня полностью с этой фразой согласен. Я думаю, что вот главное не обмануть. Ну, у вас, кстати, по вопросам ГАТИ, земляных и строительных работ уже есть в районе опыт взаимодействия с такими объектами, с такими начинаниями. Это Фарфоровское кладбище. Да, Фарфоровское кладбище. Когда я приходил, я пришел тоже в ситуации большого скандала, когда жители грозились перекрывать улицы, и тогда вот то, что я убедил, что надо прислушаться к мнению жителей, наверное, оно сыграло роль. При этом собственник не пострадал, нашли решение компенсации ему, вернули территорию, как и просили наши жители, та, которая под кладбище, ее сейчас благоустроим, и здесь будет действительно сквер, парковая такая поминальная зона. Поэтому вот этот подход я постараюсь использовать и в дальнейшей своей работе. Смотрите, от кладбища к молодежной политике, потому что... Хорошо, не в другом порядке. Потому что если мы поговорим... Что такое молодежь? Вы же сказали, что идет глава района. Я говорю: ой, смотри, начальник наш идет. Да неважно, как я к нему отношусь, главное, что я его узнал. Так вот, если сейчас, мне кажется, если я выскочу на улицу и начну с пацанами разговаривать или с молодежью, я скажу: вы знаете, что в Смольном есть молодежная политика? Они скажут: да. И они скажут: ну, может быть, там кладбище есть какое-то. Вот. А вам нарезали эту задачу. И когда мы первый раз с вами разговаривали, только-только, да, вышли от Георгия Сергеевича, вот, вы сказали, что значит, для того, чтобы с молодежью разговаривать, нужно на том языке. А языки в сетях, да? Вот, а этого языка мы не очень понимаем. И как тогда? Любой чиновник, который блистательно знает ход бумаг, процедуру ходящей и входящей, мгновенно проиграет человеку, который там... Значит, нужно играть в его домино? Ну, нужно молодых, активных, те, которые знают эту сферу, знают все тонкости этого. И постараюсь вот взять у вас год на то, чтобы действительно, выходя через год на улицу, любой молодой человек мог сказать, что да, молодежная политика в Санкт-Петербурге есть, и основные ее приоритеты и направления такие-то, и где основной офис этой молодежной политики, чтобы тоже каждый знал, потому что там, где сегодня находится комитет по молодежной политике, я думаю, сегодня не назовет даже каждый 20-й из молодых людей. Вот к вопросу молодежи. А как проверять будете, что те, кого вы призовете на вот эту работу, действительно разбираются в интересующем вас вопросе? Потому что все-таки молодежь, которая играет в молодежные парламенты, там, и в политику и прочее, это такие... в хорошем смысле заучки, наверное, да? То есть это немножко не та молодежь, своего которая... рода карьеристы. Там, ну, молодежь, как и взрослая жизнь, там все есть, всех направлений, все представители, поэтому... Кадры где будете брать? Там же у них и будем брать. То есть моя задача сегодня найти... В жизни ничего не поменялось. Старая формула, что кадры решают все, она осталась, и она сегодня на вооружении, и в молодежной политике в том числе. Я надеюсь, моя основная задача — подобрать те кадры, которые... действительно сегодня сделают молодежную политику одним из основных направлений развития Санкт-Петербурга. Потому что можно любые приоритеты ставить, но надо понимать, что все эти приоритеты ровно могут поменяться наоборот, как только нас сменят те, которые идут за нами. А это буквально 10-20 лет. Поэтому основное направление, один из приоритетов — это молодежная политика. И если мы себе хотим хорошей старости, то это основное направление. А до какого возраста у нас молодежь нынче считается молодежью? Молодежью до, если память не изменяет, 36 лет. Ага, если вам до 36 лет, у вас есть шанс. Знаете, куда обращаться. Смотрите, вы внешне человек сдержанный. И как бы вот на вас смотришь, думаешь, вот даже... Ну, трудно создать ситуацию, при которой вы бы там вскочили, крикнули, чем-то бросили. Но мы знаем, что... Мы знаем, Фонтанка знает, что вы лихо ездите за рулем, умеете ездить и любите ездить. То есть так, как вы водите машину, она противоречит, как бы вот... как вы спокойно говорите, спокойно двигаетесь. Вы, наверное, вы там как бы отрываетесь. Отсюда вопрос. Отсюда вопрос. Вот мы с Венерой посидели и так далее. На что должна быть похожа молодежная политика? На вашу манеру езды. То есть быструю, где-то агрессивную. При этом, разумеется, вы умеете ездить, иначе бы уже были бы в топе новостей. Ну вот. Наших причем. Да. На езду правительственного кортежа. Когда значит, во главе едет ГИБДД, и вот она едет по пустой улице. Расчищает дорогу. Расчищает дорогу. И чтобы чего не вышло, следит. На езду человека, который, если 40 километров у него написано, то он 41 не поедет, потому что это не по правилам. Это действительно не по правилам. Либо на езду в общественном транспорте. Демократичненько для всех, да, но сами понимаете, куда приедете. Да, вот как бы... Вот вам 4 варианта, и вы должны выбрать какой-то. Конечно, первый. На первый. То есть, грубо говоря, молодежная политика, без сомнений, она должна быть... Она должна быть живая, агрессивная, но при этом безопасная и для самих, и для окружающих. Вот наша задача — научить этим... Потому что правила, да, правила есть, их надо выполнять, но разные ситуации. Если у меня, когда обнаружили взрывное устройство, поверьте, мне было... То есть у меня другие правила в этот момент включаются, правила военного времени, и моя задача быть раньше всех остальных служб в той точке. Поэтому, но для того, чтобы это, для этого надо знать все правила, надо уметь безопасно ездить, и самое главное, надо очень хорошо вокруг крутить головой. Несколько лет назад, как мы помним, вы претендовали на кресло секретаря Петербургской ячейки «Единой России». За эти годы вы наверняка следили внимательно, как развивается, куда двигается родная партия в нашем городе. Что бы вы изменили? И что бы изменилось, если бы все-таки вы тогда возглавили «Единую Россию»? Действительно, я остался членом партии «Единая Россия». Сегодня Вячеслав Серафимович Макаров хорошо справляется с теми порученными ему партии. Полгорода говорит, что у вас отношения неважные с ним. Врут, как всегда. Врут, да. Наговаривают. У нас, и я думаю, дальнейшее все взаимодействие будет очень слаженное. У каждого свой стиль. Да, действительно, стиль Вячеслава Серафимовича отличается от моего стиля. То есть, ну... Мне тоже импонирует его стиль, то есть он на месте в той ситуации, которая есть. Но если бы я вел, я, наверное, был так, как и создавал «Единую Россию», то есть тогда была задача, стояла собрать все, что можно, вот неважно, насколько оно... Да, подходила, не подходила, но при создании партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге у меня остался мандат, который мне был вручен тогда. Это 2000 год, Беспалов Александр Дмитриевич, тогда мне и Солонину поручили создать партию «Единая Россия» в Санкт-Петербурге. Я думаю, когда-нибудь в музее, если будет создан музей партии «Единая Россия», я сдам этот экспонат, пока храню у себя. Но мы тогда как раз соединяли отечество, единство, вся Россия. Причем противоречий было очень много как внутри, так и между этими структурами. Но, как мне кажется, все-таки тогда у нас получилось и дальнейшее развитие, и сегодня то, что партия «Единая Россия» занимает достойное место, и мы как раз тогда мечтали, чтобы действительно большинство парламента и Санкт-Петербургского, то, что сейчас получилось у Вячеслава Серафимовича, это наша мечта 2000 года, чтобы большинство парламента было как раз у партии «Единая Россия». Я вижу эту мизансцену. Музей. Стоят школьники. И такая строгая экскурсовод. И говорит: дорогие школьники, если кто недоволен мечтой, все началось вот с этого человека. А там лежит мандатная Серов Константин Сергеевич. Смотрите. Вы по военной профессии подводник и командный состав и водолаз. Да, мы когда получали погоны, параллельно получили свидетельство инструктора водолазной подготовки. На какую глубину вы максимально погружались? Я уже погружался как дайвер, не как подводник. На 40 метров я погружался. А дальше уже опаснее? Нет, просто дальше нужны дополнительное обучение, было дополнительные требования. Готов погрузиться в любое время. Тогда обратный. 40 метров понятно, и вы готовы дальше. На данный момент вы поднялись от главы района до... ну, куратора и тактического главы 18 районов. На какую дальнейшую высоту вы готовы подняться? Готов выполнить любое поручение, которое, опять же, будет от Георгия Сергеевича. Не знаю, какая это будет высота. Я знаю одно, чем все это закончится. Благословение, что все грехи, которые, к сожалению, их приходится... на нашей работе каждый день на себя цеплять. Благословение есть о том, чтобы закончить все это в монастыре. Надеюсь, что Через какой-то промежуток времени. Ну, согласно вашему обещанию, через год поговорим о лыжной политике, то есть явно в течение года в монастырь не уйдете? Нет, мне еще малышей надо на ноги, как говорят, внуков, хотелось бы тоже после этого закончить. Сейчас вам чуть за 50. Да? Да? Ну, давайте до монастыря какой-нибудь, сколько, 40? Хотелось бы, если не прервут раньше жизнь, то... 40 лет спустя. Да. Какой самый главный тогда... Грехов много у каждого. Какой самый главный грех у вице-губернатора? Ну, который перед теми функциями, которые... Вот что точно нельзя? Точно вообще. Точно нельзя. Это не только у губернатора, вице-губернатора. Это владыка этому учил, что самый страшный грех — это уныние. Вот в уныние впадать нельзя, это однозначно. Я думаю, это самый страшный грех, от которого зависит все остальное. А что делать, если впал уже? Нет, идти в монастырь. Мать, сейчас мы уйдем там. Это важный вопрос же. Все, достаточно. Итак, если подытожим, тезисно мы выяснили. Первое, что Константин Серов взял вес 18 раз больше, но тренировался, но не признался, что знал. Вышенков включил следователя. Второе, да, значит, как это? Установил. Второе, как бы самое главное, чтобы человека узнавали, а главу района теперь должны узнавать не только на улице, но голым с намыленной головой, да? Вот это будет показатель. Вот. Вот что делать главе Василеостровского района? Мы об этом не подумали. Дальше. Дальше у нас... Дальше, оказывается, кабинет Георгия Сергеевича Полтавченко по Суровичам армия. То есть если в армии, мы знаем, говорят, время пошло, то страшно подумать, что говорит... Оно пошло, как только ты зашел. Да, даже не говорят. Да, вот так вот. Вот. Об этом мы не знали. Ну а что? Дальше молодежная политика. Надо набирать пацанов, которые живут в социальных сетях и не могут отвлечься от этого телефона, а мама им постоянно говорит: я у тебя сейчас... Сынок, найди уже работу, вот мы теперь знаем. Найди уже работу, да. Он говорит: о, я знаю, где за это еще и платят. Она должна быть похожа на мощную, агрессивную езду, но по правилам, как ездит Константин Серов. Через год, да? Все должны будут подтвердить или опровергнуть. Самый грех – это уныние, что, судя по всему, не грозит никому. Ну, а через 40 лет Константин Серов скажет: все, ухожу в монастырь. Но это будет через 40 лет. Коль, через 40 лет, да? Торжественно проводим. Мы давайте с вами договоримся, что через 40 лет об этой новости Фонтанка узнает первая. Обязуюсь. Все. Всем спасибо. Я думаю, что должные выводы вы сделаете. Берегите себя, любите друг друга и не впадайте в уныние.